Сколько раз в день можно делать сунна намаз? И в какое время делать духа намаз? Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Есть суннаты определенные. Это делается по определенным времени. Например, суннаты раватиб, которые делаются до намаза или же после намаза. Вот это суннаты, понятно. Например, до утра намаз два раката, до обеда четыре, после два, после магриб два, после еще два. Это определенное время. Или же начни витр. Тахаджуд и витр, начни намазы. Это определенное. Еще, например, духа. Духа делается после восхода солнца, да? Обеденного намаза, пока примерно 10 минут останется. Вот это промежуток. После восхода солнца где-то 15 минут, до обеда у нас где-то 10 минут, вот это весь промежуток является временем духа намаза. Лучшее время из духа намаза, это где-то примерно получается до обеда 2-3 часа. 10-11 часов. Это, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда верблюжонок поднимается из земли. Это время где-то примерно 10 минут, когда сильная земля нагревает солнце, потому что она чувствует этот жар, это верблюжонок от земли встает, это время примерно. Это где-то 10-11 часов, это более самое лучшее время делать духа намаз. А так человек имеет право любое время от себя татаву делать. Суннаты намаза делать. Любое время встал, сейчас, например, захотел я, просто омовение сделал, захотел просто молиться. Я могу молиться. Для татаву имеется в виду добровольный намаз. Сколько хочешь, могу я делать. Главное, чтобы был, не было время, которое запрет намаза. Время запрет намаза мы знаем после утреннего намаза до восхода солнца. Или же после обеденного намаза, до аср, до магриба. Это запрещено. Потом, когда солнце находится, зенит находится, примерно до намаза 10 минут, когда остается примерно. До этого времени только духа тоже делается. Это время запрещено. А так человек от себя добровольный намаз имеет право делать сколько хочешь. Валлаху алям.